Идеолог и промоутер марафона, руководитель крупной спортивной сети. Под его руководством прошли забеги на трассе Сочи-автодрома 27 марта. На этот раз дистанция будет посложнее – 42 километра 200 метров со значительным перепадом высот. Отдельные зачеты предусматривают полумарафон, эстафеты на двоих и забеги на дистанцию в 2 километра 100 метров. Каждый забег разделен на 4 возрастные группы. В старте для новичков отдельный конкурс будет посвящен семьям, тем более что марафон пройдет в праздничный выходной день. И Сочи готовится принять единовременно около 13 тысяч гостей. У нас есть большой опыт. В плане безопасности мы гарантируем, что у нас вся инфраструктура будет подготовлена и работоспособна. И, конечно же, перекрытие потребуется, но оно настолько будет незаметным для простых жителей города Сочи, настолько уже все будет отработано, четко и слажено с полицией, с другими участниками дорожного движения, что это пройдет безболезненно. Все участники получат фирменные футболки, медали и призы от спонсоров, а победители – дополнительные награды. Принять участие в марафоне планируют олимпийские чемпионы и другие известные спортсмены, а также любители бега из 29 стран. Заявки на участие принимаются на сайте toplegaran.ru. Уже принято около 200. Поучаствовать в межсезонном беговом празднике приглашают всех сочинцев и гостей курорта.